Тоша попался. Но попался не просто так. Я его вытащила из клетки, потому что у него уже несколько дней жидкий стул. Он ведет себя активно, все, но после переезда у него жидкий стул. Вот уже сколько дней. Поэтому я приготовила энтеросгель. Энтеросгель развела немножко с водой, питьевой, естественно. И сейчас дам Тоше. Энтеросгель вытягивает все плохое, оставляя при этом хорошее. Подцепляем клювик. Да, тоже. Обычно после энтеросгеля птичкам становится намного лучше. При отравлениях всяких. Я не думаю, что это отравление, но все-таки какой-то стресс. Ну, как-то он у него затянулся. Так, тоже стой. И энтеросгель точно не помешает. Так, на всякий случай. У Лаймы все в порядке, а вот у Тоши никак мы в себя не придем. Давай еще разочек. Так, давай. Я знаю, что оно невкусное тоже. Прости. Но оно очень полезное. Моя птичка, ты на меня не обижайся только. Я хочу тебе лучше, чтобы стало. Сейчас немножко попозже еще дам ему рис. Я им рис просто сварила, они его так едят. То есть не надо будет со шприца ему давать, он чувствует себя нормально. Глотай. Глотай. Тоша, давай. Ну. Я цепляю вот так вот кончик клюва на шприц. Главное, чтобы он не поворачивал головой вот так вот. Раз. И немножко выдавливаю. И попав в клювик, он начинает автоматически его жевать. Да, все. Давай вот здесь вот лишнее. Все, зайчик мой, все. Да, поел энтеросгеля, молодец. Пойдем назад. Клеточку. Лайма заждалась. Останавливайся, пожалуйста. Ты что это еще такое затянувшееся? Улыбнись! Новое видео совсем скоро. Подпишись на канал Jess Life Pets и нажми на колокольчик.